Мне просто сказали, что потом выпить, может быть, немножечко в ароматном мире под бургер. Я пришел. Унижающе. У меня не работает. А потому что не ходишь. Если ты не ходишь, не работает. Не ходишь на тренировки. Не ходишь на тренировки в том числе? Мы рассказывали историю, два дядьки. В общем, весь они весят килограмм 250. А давай, говорит, я буду делать ничего, а ты, говорит, упрешься. И вот они давят, и тут кто-то заходит. Один голову поворачивает, в этот момент хрусть хрясь. Один коммерческий, другой генеральный. Да, пришли два дебила, один на перевязи, следующий через два дня. И, конечно, если вы будете сопротивляться и мешать друг другу, в заведомо проигрышную для вас ситуацию, ну, вас поломают просто-напросто. Или будет, ой, да, клево позанимался, у меня болят руки. Ребят, нафига? Исследуйте, развлекайтесь сейчас, а дальше оно либо само придет, либо не придет. Мне кажется, по-другому не может быть. Ну что, начнем с «помолясь». Все очень просто. У нас есть ручка, да, анатомия очень простая. Давайте постройтесь, пожалуйста, в линию, как удобно, как вам. Сейчас будем проверять наличие патологии. Ручки здесь. Делаем очень простое движение. Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Так, 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 так. Опустили, подняли. Опустили, подняли. Патологии не обнаружено. Да, все нормально. Теперь либо будет работать, либо не будет работать. Доброволец мне нужен кто-то. Давай, Паша, тебя поломаем сейчас. Чуть-чуть тебя, потом кого-нибудь. Давай. Потом можно будет меня, а я Насте отдам. Обязательно. Аппарат. Начнем с самого простого. Мы чуть-чуть поработаем с, ну, как бы в парной работе. Большой палец ловит примерно середину его запястья. Средний палец перекрывает линию сгиба. Мы не будем никого сейчас ронять. Пальцы пытаемся положить ему на лоб. То есть мы смотрим, как человек себя ведет. Если человек ради любопытства может сейчас упереться. Не хочется упираться. Я понимаю, что не хочется, а надо. Это то, о чем говорил Алексей Владимирович на прошлом занятии. Две против одной, большие мышцы против маленьких. Здесь меньше работает кистевая группа, сколько работает вся моя масса. То есть на самом деле работают мои ноги. Если я возьму человека, зафиксирую и буду с ним ходить, мне будет 1000 раз легче, нежели я буду его за собой тягать. Здесь та же история. Мы выбрали четкую позицию. Сейчас универсальную взяли. И из задней ноги направили ему пальцы в сторону. Просто попробуем. Вперед, поехали. Поэтому попробуем рисунки дальше, вообще моя любимая история. Чем подлее, тем лучше. Сейчас не то, мы накидываем общую базу банально сейчас. Да? Что мы сейчас делаем? У нас будет несколько простых движений, именно наработка действий против захватов. Это кота, это упражнение, не больше, не меньше. Это на то, чтобы вы вообще понимали, что работает. Можешь упереться? Упирайся, мешай мне. Не огорчай. Я дядька сильный, я дядька тяжелый, я занимался какое-то время достаточно большой штангой. Дави. Бицепс реально не вывозит человека, я проверял. Что мы должны сделать? Мы начинаем давить и понимаем, что дверь не открывается. И идем просто в сторону. Чик. Забираем лапку. Не пытаемся, сейчас не сопротивляйся. Не пытаемся забрать его руку здесь, как делают в айкидо. Ну, это можно так делать, но я думаю, вы же начнете говорить, что это говно не работает. Первое движение мое вообще вам туда. Это рождает вот этот упор. Если он не сопротивляется, мы просто это заберем. Вы сами понимаете, нет никаких проблем. Если человек меня начинает сушить в этот момент, возникает вот эта точечка. Это то, что Алексей Владимирович в прошлый раз ложился на человека, и возникала вот эта точка, за которой очень легко потом преследовать своего визави. А если положить жопу, нам надо за ним двигаться. Мы дали эту точку, включили скорость, и нога, опять пошла нога. Открыли пальчики, забрали лапку, и ручка пришла к нам вот сюда. Если я не буду ходить, она сюда не придет. Не надо его таскать. Подойдите к человеку. Заберите руку. Вторую положите вот так. Опять же на тыльную сторону. Здесь захват. Это упражнение. Дальше мне надо посмотреть в ее очи. Простите. Смещение. Толкаем, как тележку.
толкнули, развернулись, взяли лапку, подтянули. Здесь я сразу начинаю давить. Подтянули, посадили. Посадил, где трепку. Тут упор, да, вот у тебя упор. Ну, если руки очень сильные, то упор не нужен. Ну, давайте будем считать себя слабыми. Попробуйте, попробуйте. Да, почти все, давай руки. Выпрямите руку и прямую руку сдвиньте в бок. Не кривую, не работайте мышцами. Сдвиньте руку в бок, поверните, заберите лапу. Попросите. Точка. Не надо работать из кривой руки. Из кривой руки не надо работать. Во-первых, это дистанции. Вот рука, никто никого. Шахматы играли. Шагнули в сторону. Вот этот вот будет фаталкой сейчас. Чик. И забрали. Второй раз так. И посадил я трепку. Все. Продолжаем. Мы можем пытаться сразу схватить. Но сейчас немножко не спортивно сделаем. Мы идем вот. Да? Дальше я. Забираю и забираю. Смотри, если сейчас уберем руку, будет аккуратнее. Так. Надо в другую сторону крутить. А вон туда собака крутится. Это немножко другие вещи. Тебе надо вот Буратино показать и уже отсюда его посадить. Шагнула. Руки пошли, ты повернулась, по стойке смирно встала. Рука перед центром груди. Пальцы не зашел. Нет. Либо смотрите, пожалуйста, когда руки короткие или руки наоборот у кого-то большие, не суйте палец, это очень плохая привычка. Его сразу забирают. Его сразу забирают. Вот ваши врестлоки и так далее. Все, минус Настя. Ничего там не случилось. Раз. Второе движение важное. Если я буду крутить здесь, у всех это проблема. Подтяните вторую ногу, и вы сами подойдете к его руке. Ничего не придумывайте. Мы расширились, мы собрались. Теперь отсюда мы можем куда угодно ходить. Пойду туда, пойду назад, пойду туда. Пойду крутиться, заберу локоть. Когда рука выпрямляется в положении сидя, не надо, дальше не работает. Заберите локоть. Если вам очень хочется, согните его обратно и заставьте его постучать. Это одна из версий развития событий. Но важно именно вот то, что раз, и вторая нога подошла. Стойка смирно. Отсюда разворачиваем корпус, так как нам неудобно, просто делаем еще один шаг. Все, ручки сделали все в воздухе. Пробуем? Дальше мы поворачиваемся к человеку и просим его сесть. Я согласен с этической платформой, пожалуйста. Просим его сесть. Где расписаться? Если захват, я забыл вам сказать, да, если рука короткая, пальцы короткие, здесь большая, не помещайте сюда, помещайте вот сюда, стрелку большого и указательного вот, пальца. Вот так. Да, ну, вот так, да, стрелку большого и указательного пальца. Если палец будет тут, будут либо вырываться, либо хвататься, и начинается бяка, да, юбит. А если хватает, то вот так. Да, ну, чуть, да, вот.
Я уже... То есть вот это заламывается. Да, сюда. Да. Ну ты либо сквозь ткани проходишь, либо обхват. Да, вот уже мне нехорошо. Ты вот этот палец убери и ткни мне в нос. Если локоть не фиксирован, я буду убегать. Туда или сюда. Если он будет крутить пальцы мимо моего носа, я буду ворочаться. Даже если он будет держать мою руку. Если он будет двигать в меня, у меня нет больших вариантов. Смотрите, еще один важный момент. Почему нужно двигаться? Нужно двигаться по одной простой причине. Что пока мои руки заняты здесь, и руки заняты здесь, здесь, ноги и так далее. Конечно. Поэтому мы первое, что делаем, мы спасаемся от этой пушки. Это может быть удар. Это может быть удар. Это понимание ситуации. Я не говорю, что должны быть удары. Мы ушли и спрятались от нее за ее же рукой. Растянули человека, руку и два плеча, и спрятались за ней. На самом деле мне ничего делать не надо. Я буду здесь ломать локоть. Ее задача очень простая. Начать доворачиваться, а чтобы доворачиваться, она должна руку сгибать и пытаться меня ударить. А я должен бояться. Отстой. Понятно, почему мы должны двигаться? В том числе потому, что вас либо схватят, либо ударят. Примите это за данность и двигайтесь. Мы не говорим о боевых искусствах, просто очень часто возникает именно дурацкая ситуация, что у меня не работает, а потому что ты не ходишь. Если ты не ходишь, не работает. Не ходишь на тренировки, в смысле. Не ходишь на тренировки в том числе. Еще чуть-чуть. Пробуем и идем дальше. Техники работают только на рог оплачивают. Техники работают только на оплаченный абонемент. Я предлагаю пойти в бок, вот сюда сейчас, и отсюда забрать лапу. То есть это верно, и это верно. Это работает. Это работает. Я пока не забыл, надо сделать. Давай скорее. И ручки привел, доверни. Все, вот, и здесь забери. Вот твоя позиция. О, да. Теперь поворачиваешь его, его поворачиваешь наоборот, к себе. И пальцем в нос. А пальцем этим, в носом. Стараюсь. Здесь жестко заблокировали, начали опускать локоть. В каждом случае надо работать достаточно много. Либо и поставь третий. Один палец, два коротких движения заменяют одно длинное. Но история всегда одна и та же. Я иду туда, я иду сюда. Здесь он во всех случаях может сопротивляться. Выпихивает руку, все что угодно делать. Мы можем подождать, мы можем поискать угол. Мы можем ему сделать... Так горячо любимый чикен-гвинг, да? Вот так. Это очень красиво сейчас. Мы можем пойти дальше отсюда. Давайте попробуем посмотреть, что будет дальше. Анастасия, обратите на нас внимание. Смотрите, все то же самое. Мертвый не потеет. Раз. Два. И вот Паша спрашивал, надо ли накрывать локоть. Можете накрыть? Накройте, это будет хорошо. Не можете накрыть, это уже вопрос, вы можете как-то стоять криво. Потому что анатомия ваша, она одинаковая. Если его рука будет в серединке, то, скорее всего, вы его накроете. Отсюда, собственно говоря, да, хиджики-миасаи, но мы не ломаем локоть, вот бэч, потому что мы здесь его просто не удержим. Мы его поддавливаем и вытягиваем лапку. А уже отсюда мы можем его либо в пол грузить, либо делать то же самое. Но мы пойдем другим путем. Раз, два. Меняем захват. Три. Четыре.
Раз. Два. Повернулись тудой. Взяли пальчики. Согнули ручку. И направление дали локтю. Вверх. Вот тудой. Что не очень? Выглядит не очень? Со стороны, да. Иди. Похож на бесконтактный бой, чем. Очень похож. Иди. Кому больше похож на бесконтактный бой? Что делать, да, раз. Да, пожалуйста. Бой бесконтактный, абсолютно. Конечно, мы же не бьем человека. Раз. Два. Поменяли позицию. Взяли пальцы. Можно не брать пальцы. Если вы достаточно сильны, вы его выдавите здесь. Бесконтактно? Достаточно? Да, очень хорошо. Продолжаем, я не закончил. А, да. Другую можно дать? Нет. Симметрию не получится. Держи меня. А, да. Мне уже не хочется. Вот тот же. Позиция та же. Дальше что происходит? Просто меняем. Прям вот как показал. Вернулись, а нас пропущают. Берем пальчики. Иди, на мысочке вставай, зайди. Вот так. Достаточно бесконтактно? Более. Кому-то еще надо? Работаем. Третья техника контроля называется катехинерия, оно же санкё, оно же скручивание запястья. Предыдущая техника называлась старым контролем, он же никё, он же вращение кисти. Тема Вася, вращение кисти. Да сейчас у всех мозг взорвется. Вращение кисти. Теперь у меня есть еще три способа показать свой авторитет детям. Ты всегда работаешь по некоторому. Мы выходим, вынимаем меч. И я хотел бы его разрубить, конечно, да, но он мне мешает. Не получается. Я спокойно залезаю и начинаю опускать его вниз. Это та техника, которую мы делали перед этим. Да? Потом Вася, сворачивание кисти. Версия 2, вернее то, что мы делали сейчас. Человек здесь, не так, может быть, выдавливает вперед и не получается мой болевой. Я просто меняю плоскость. Он может отпуститься, это его право. А мое левое. Точка. То есть откуда все вот эти вращения и берутся? Все истории о том, что айкидо выросли из меча, они, наверное, правдивы, потому что с оружием-то легче справиться, чем без оружия с человеком. И это принципы воздействия. Еще раз можно? Первый принцип, он всегда был очень простым, просто достать и пойти ему голову отрубать. Это была вот первая техника, это икё. Что раз, локоть. Сейчас у меня было. Вторая форма это. Она еще короче же на самом деле. Если человек отпустился, это его проблема. Почему он не будет спускаться? Ну, понимаете. Вторая форма, когда нас начали здесь сушить. Взяли за хвост. Почему я говорил, да, направьте на человека. Будет направлять мимо человека, он будет стоять, руку сливать. Ну и третья форма. Не прошло. Поменяли плоскость, направили шею. Человек волен отпуститься. В данном случае я буду не стал. Сейчас еще одну форму делаем. То вспоминаем, да, у нас был вот этот тык, когда мы скорость зарубали. Дальше мы идем вниз, забираем лапу. Поворачиваемся. Если вы сделаете это правильно, у вас получится вот так. Сделаете как-нибудь криво-косо, вот так не получится. А, давайте другой, я передумал. Я передумал. Такое движение. Я учил детей так, ментю нет. Опять, важно двигаться. Если не будете двигаться, человек хитрый будет вас сушить, он вот эту плоскость вращения заблочит. Мешай мне. Напрягаться, потеть. Не Ася. Делать два варианта. Можно пойти сюда. Можно пойти сюда. Раз. Два. Помним, да? Брали здесь, Настя. Корень мизин. Сейчас берем корень большого пальца. Можем класть человека.
Можем оторвать ему связку, уходя назад. Можем пойти строго в него вперед, выгнать его из дома, если он все повторил. Еще раз, важно, поверьте, ходить это не дешевые понты. Раз. Почему он будет держать? Потому что я вот туда хочу. Не будет держать, я туда и пойду, заберу горло. Раз, два. Ручку здесь подтянули, чтобы не мешал. Забрали. Вот досок доломали, чтобы ему было нехорошо. И просто пошли вперед. Направляем его кости ему пупок. Точка. Пробуй. Я просто вообще не успеваю за руками и за ногами одновременно. Можно лучше себе прочесть. А ты входишь в медитативное состояние, наслаждаешься самим видом, не вникая. Пам. Версий, как работать с оружием, почему им надо работать, очень много. Я не вам поставить блок все, что угодно. Я вот сюда. О, блок отмечаю. Ну, это же тыльная сторона. Леш, ну, я все понимаю. Это методический способ, да? Да, я понял. Больше... Иди, Настя, тебе же понятнее. А? Если меч лазер. Когда мне карате, а в кармане есть ТТ. Крепко держи. Давай, решай, решай. Решай. Можешь, можешь. А потому что... Почему она не может помешать? Смотрите, у меня задрано плечо, закрыт локоть. Я прям напрямую воздействую ей на шейный позвонок. И все. Чуть-чуть мягче. Не истинно. Не мешай мне. Разгибай. Вниз. Туда. Я ж туда? Сюда. Да сюда. Не может. Ладно. Крошки. Раз. Два. Раз. Очень красиво. Раз, два. Как вальс. Не, когда надо мешаешь, очень плохо. Да, вывалиться. Да, работаем. Унижающий. Унижающий, да, болевые на кистях, а унижающие текущие. Настя заставила сделать Васю предложение. Лёха, ты видишь практическое применение этой хрени в схватке, на начало схватки. Это движение до того момента, пока ты не понимаешь, что дальше не идет. А потом второй. Всегда существует. Всегда существует здесь взять. Он упирайся. Упирайся, упирайся. Упирайся. Ничего не срустит. Поменяйте захват. Сделайте вот это. То, над чем стебется все айкидо и все противники айкидо. Да? То есть раз, два. Не пошло, не пошло. Я плохо взялся. И слабая кисть, но рука-то освободилась. Ну так заберите руку, положите, а дальше опять на него. Не в сторону, а на него. Это к себе. Расслабьте. Движение такое. Это к себе, это туда. Если он сожмет. Сожмет, будет чуть-чуть другая история. Сожмет, мы сожмем. Есть версии разные, грязные показывают. У кого-то получается, у кого-то не получается. Мы давим, мы работаем. Вот откуда гаэши? Честно сейчас упирается человек. Видно, да? Да. Мы возьмем и повернемся. Откуда берется гаэши? Откуда берется гаэши? Это слон, это тут. Гаэши это крутить, это ганеши. Это брат. Есть кисть, да? И мы ее пытаемся сейчас расслабить. Мы ее пытаемся сломать. Человек упирается, и мы не можем. Упирается, мы не можем ее сломать. Мы берем и начинаем вот эту точку крутить. Ну да. Есть версии разных много. Можем показать сюда. Менять хват. Версий всегда куча. Против каждой техники есть возможность упереться или нагадить. Ну так же, как в бразильском джиу-джитсу. И все. Вась, привет. Иди, Вась. А мне уже больно. Мне больно, я не отрабатываю. Раз. Забрали, сделали болевой, поднялся человек, забрали, сделали болевой. Комбо. Вопросы? Еще раз. Мы делали все. Первая техника. Первый, второй соединяем. Ушли.
построю, вытянули струнку, развернули. Мне надо локоть его убрать. Мне нужна вот эта директриса. От моей, from my heart to your heart, в горло. Посадили человечка, подняли его. Он сам это сделал. Развернули, сделали вторую форму. Продолжать. Поиграли с ним, отпустили ручку, взяли замочку. Сделайте две формы, не парьте. Делай, пожалуйста. С третьей перебор. Да, сейчас. Нормально. Еще мой детский мозг мог запомнить только пару движений. Где будет работать? Вот я сейчас делаю неправильно, и работать не будет. Мне надо усилия прилагать. У Назара локоть свободно. Он просто сейчас убежит, на самом деле, выхватит руку. Я делаю, я ничего не делаю, я просто перемещаюсь, а он сам бьет. А я даже не напрягаюсь, согласен. Это задача. Это болевые маленькие косточки против огромной тушки. Если ты приучишь себя делать с усилием, а потом у тебя случайно получится, ну, может Назар на синий пояс прийти попозже. Другой захват. Был разноименный постоянно, стал одноименный. Опять правый ассет, то есть про вот эту точку слияния. Ну, похоже, да, он хватается. Просто другой рукой. Чтобы у нас родилось в ассе, у него желание защищаться, мы просто идем, он начинает напрягаться. Перемещаем руку, опять хотим вон туда до глазков добраться. Если мы будем делать вот такое движение, он будет сушить нас в любой момент. Поэтому вперед и вверх. Забрали кисть, просто достали руку. И делаем версий вагон. Можем гнуть то, что туда. Можем дать ему упереться. И начать его двигать в бок. Посмотрите, что я делаю. Я двигаюсь, не руками двигаюсь, а я пушку свою перемещаю. Ну, есть третья версия, когда он очень сильно выдавливает. Надо просто проворачиваем руку вверх. Забираем его. Давайте не будем. Еще раз. Пошли в пах из ноги. Поместились до лица. Забрали запястье, сорвали. Уронили человечка. Не так. Один раз. В принципе, уже кисть, чтобы открыл. Не так. Не руками. Корпусом в него и под себя. Всегда стремлюсь этот сустав разрушить. Туда ставлю. Попробуйте. Можно прочувствовать? Что ему? Вот этот цельком. Раз. Если человек дает мне вот эту слабину, ну понятно, что я туда шоплю. Это нам нужно как колосы, не более того. То есть раз, два, три. Просто достали руку, начали бить. Я выйду. Вы заканчиваете движение. Будешь упираться, я буду ходить в бок. Но руки мои будут передо мной все время. Как стул. На прямых. Почти. На прямых все плохо. Прямые только назад тянут. Полусогнутые тянут во все стороны. И руки, и ноги. Твоя рука тоже будет совсем прямой. Ну, проще так, чем тогда играть. За сколько можно получить черный пояс? 5 лет. Я про деньги. А, деньги? Рублей сколько сейчас поезд стоит? Ну, столько же. Чего-то ты не договариваешь. Почему нет? Ну, я за 5 лет получил. Там просто девальвация черного пояса уже давно произошла. Да. Вот это горячо любимое категориси, которое везде практически есть. Я не буду говорить, что вот это неверное. Но есть разные способы от него защиты. И визуально наблюдателю кажется, что катагаяси, это одна из форм, да, делается именно за счет того, что я ему вот руку откручиваю наружу. На самом деле, у меня движение не в бок, оно просто всегда вперед у меня, вперед-вниз. Но двигаюсь я, а не руки мои. Почему? Потому что здесь происходит, здесь самая простая защита, которая я сам вдалек. Раз, два,
Это не айкидо, но... А хотите айкидо? Их есть у меня. Давай, Зюков, он умеет вам. Это айкидо? Ладно, окей. Еще раз. И айкидо есть, если у меня. Это айкидо. То самое. Это, да. Если я буду прикоски называть, будет айкидо. Вес, ну, видеть можно все что угодно. Я что делаю? Я разворачиваю свой корпус за рукой и просто иду вперед. Спасаю руку. Самое простое, что я делаю. Я спасаю руку, а дальше версии вагон. Могу пойти по кругу, по кругу, по кругу. Ой! Вообще сюрприз. Это случайно, за что? Версий очень много. Пошли его догонять, забрали руку. Пошли вперед, сделали кисть или локоть, как пойдете. Пошли вперед. Ой, сюрприз. Моя любимая техника. За что схватился, то мое. Смотрите, это упражнялка. Это упражнялка. Ну, интересно упражнялка. Что мы делаем? Крепко держим. Мы идем вниз, пытаемся погладить собачку. Вторая ручка идет в запястье. Дальше блокируем человечка. Держи, крепко. Раз, два. Сюда, туда. А ему больно? Да, вот ему тут вот тянется предплечье. Проблема не в больно или не больно. Проблема в том, что мы должны его открыть. Это короткий. Че? Иди, иди, зайки мои. А я не держу, вот там просто пальцы. Конечно, крышу. Ты не отпустишься. Держи! Я не держусь. Нет, мне руку больше, блядь, отцепи. Раз и два. Вот, он у меня пальцы, не видишь, отпустит. Посмотри отсюда. Чтобы ему было нехорошо, можно подсесть пониже и начать его поднимать наверх. Но мне, и так не очень. Но мне нужно его разгрузить, чтобы потом иметь возможность что-то делать уже с отсутствующим захватом. То есть я поменял захват сейчас. Теперь я хватаю. Очень простая форма. Она разными абсолютно формами и версиями делается. Погладить собачку, подсунуть примерно вот эту часть и накрутить. Не хватайте сразу, не получится. Не получится. Будете хватать, не получится. Будете просовывать, будет более длинное движение. Там нужно лопать подвернуть. Для этого это движение. Здесь очень много версий, что делать дальше. Не, я имею в виду вот это вот движение, вот такое вот, оно для того, чтобы развернуть лопать. Чувствуешь нагрузка? Нет, меньше. Нет. Совершенно верно. Он просто длиннее. Угу. Ход длиннее, больше. Пробуйте! Мы делали движение, вспомните, вот это было большое движение. А это коротенькое, маленькое движенечко. И потом опять атака в его центр. Тихо, тихо ты, блин, в центр. Если ничего не делаю, я вообще его стараюсь не тормошить. Закрой глаза. В каком смысле? То есть почему ты не можешь меня ударить в тот момент, когда я делаю технику? Я вообще не спрашивал. Потому что я тоже могу это сделать. Закрой глаза и не мешай. И слушай свою руку сейчас. Я не делаю вот этого движения. Я делаю вот это движение. Я кручусь весь, извиваюсь под его руку. Я его не беспокою. Если я его беспокою, это другие версии. Это то, что мы уже делали сегодня. Вспоминай. Ничего. Это когда мы пошли по часикам дальше. А это мы остались прямо внизу, на полшестого. Забрали ручку. Нет, так а вот вы говорили, что нужно занести сначала туда. Занести. Да, ну вот. Нужно занести, чтобы техника работала. Да, вот. Могу и без тебя это сделать. Ага. Раз, два. Мне для этого так делать не нужно. Да.
Раз. Видишь, как развернуто его запястье? Мне надо, чтобы это запястье и его локоть смотрели вниз. А теперь смотрели вверх. Если ты идешь в другую сторону от магазина, то в магазин, наверное, в этот не придешь. И когда он сгибает руку, ты делаешь вот это. Понимаешь? Он тянет туда, ты крутишь туда. Конечно, тебе много тяжелого. Еще, слышишь? Он делает, он прячет руку. Мы возвращаемся к ним уже. Пока. Ну да. То есть мы... К чему мы стремимся? Мы стремимся, то, что мы с тобой, да, в прошлый раз показывали. Так, где ручки? Вот это наша с ним спорная зона, это наш с ним арбуз. Мы с ним оба здесь сильные. Мне надо всеми правдами и неправдами свою сильную позицию сохранить, а его сильную позицию разрушить. Дай тебе пример. Ну да, везде. Это так остается. Все, вот его центр, вот здесь он сильный. А я здесь как был сильный, так и остался. И теперь мы работаем. Раз, два, три, четыре плюс спина против одной руки. Да, Алексей Владимирович? А если я буду здесь работать, то мы здесь два сильных дурака. И мне нужно забрать. Либо, то есть, забрать. Если он что-то начинает делать, то мы соглашаемся, но мы остаемся сильными. Мы не пытаемся. Ну, это неудобно анатомически. Ну, мы, да, приближаться. Мы что сделали? Мы что сделали? Мы пришли в некую точку пространства, чтобы забрать его руку. Угу. На этой дистанции мы бы эту руку никогда в жизни бы не забрали. Ну, да, да. Это совсем детский формат. Мы пришли, забрали. Это наша сильная позиция. Нафига мне ее теперь проигрывать? То есть, если он начинает втягивать руку, это, кстати, и есть форма. Когда... Первое же движение – это вот ломать локоть. Минус, если она втягивает? Ломать локоть. Мы стремимся сломать локоть. Это самое простое, да? А человек прячется. Да. Мы просто немножечко меняем воздействие. Но мы ни в коей мере не делаем... Ну, ты сравни просто разницу. Я поняла, ты, спасибо. Ты взял захват, ты взял телевизор и понес его в любую точку пространства. А вот так вот, ну куда? Ну вот только сюда. И все. У меня был ламповый, черно-белый. И переключался пассатишник. Да. Делайте, что стоите. То есть история не в том, что... ну, то есть очень много другого подводящего еще присутствует в реальности. И тогда почему это работает? Потому что это работает, потому что он пошел, а мы вписались в движение. Понятно, что работа против... Эй, ты меня никогда не победишь. Ну, а в чем там смысл с этим бороться? Вот про японцев рассказывают, что вот большие русские дядьки приезжают, держат, а он даже не широкий, он просто стоит. Ну стоит, стоит, стоит. Да что ты, говорит, просто так меня будешь держать. Тот начинает двигаться, в этот момент падает. Все, вся недолга. Гопников обхожу стороной. Спасибо. Я теперь тоже. С точки зрения айкидо, именно как обучалки. Вы хотите найти прикладику для ВЖЖ, ну, как бы в целом, если вы делали все правильно и не напрягались, значит, рано или поздно вы это найдете. Я уже сказал прикладику для ВЖЖ, зафиксируй локоть, прежде чем крутишь кисть. Ну, да, да, я не спорю с этим абсолютно.